Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Предлагаю вашему вниманию консоль и насос моделей К65, 50, 160. Давайте более подробнее рассмотрим, в чем особенность данного насоса. Компания «Электромотор» консольного типа, предназначенный для перекачки горячей и холодной воды в системах водоснабжения и отопления. Насос у нас как конструкция состоит с насосной части и электродвигателя. Давайте подробно посмотрим насосную часть. Так она выглядит. Насосная часть, здесь находится рабочее колесо. Он идет моноблочного типа горизонтального исполнения. Крепится он к системе водоснабжения или отопления с помощью фланцев. Фланцы стандартные, имеют 4 отверстия для подключения и крепежа. Крепить можно как болтами, так и специальными монтажными шпильками. Здесь мы видим соединения, все сделаны у нас на монтажных болтах, плотно затянуты специальными прокладками. Дальше мы посмотрим, что насос установлен у нас на раму. Рама также идет у нас металлическая. Стоит он на лапах. Отмечаю ваше внимание, насос выполнен из чугуна, чугун серый, покрашен порошковой синей краской. Дальше на раме у нас установлен электродвигатель. Крепление с насосом происходит с помощью вала. Значит, здесь у нас есть специальная крепежная часть, в которую вставляется вал насоса и вал двигателя. Таким образом осуществляется сама работа перекачки воды. Двигатель трехфазный, он на 380 вольт, в двигателе есть клеммная коробка, через которую подводятся провода. Также здесь у нас идет лаповый крепеж, устанавливается он также на раму. Двигатель идет у нас продолжительный цикл работы, таким образом сам насос также может работать беспрерывно. Здесь у нас имеется крышка, под которой спрятан вентилятор охлаждения, также есть ребра на самом корпусе двигателя. Двигатели могут быть разного производителя, от украинского до белорусского, российского, китайского. За счет этого меняется стоимость насосного оборудования. По своему применению насосы данного типа применяются как в частных, так и в коллективных системах отопления и водоснабжения. По вопросам покупки консольных насосов обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефончику 044-530-38. Также не забывайте заходить на наш сайт электромотор.kyiv.ua. Там вы сможете найти весь перечень консольных насосов, а также консольно-моноблочных насосов для систем отопления. Там вы сможете по фильтрам отобрать мощность, обороты двигателя и напор, производительность насоса. Все цены указаны на сайте, ознакомительные. Не забывайте торговаться, мы любим уступать. Поэтому еще раз напоминаю номер телефона 044-530-38. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».